сказал большой богатырь, он говорил, все, иди в угол, а я съедаю твой ужин. И вот бедный, бедный ученичок, он сейчас в животе уходил в угол, там стоял и смотрел, как преподаватель толстели, ученики худели. В общем, через два месяца уже никто. Все эти книжки, все уже сами научились сидеть вот так вот, аккуратненько. Вот, секстерия, ножички, ночки. Ну и последнее, чем мы еще обучали, как вы видите, он тут не один. Кроме лошадей и сабли, и своего воротничка, у него тут есть очаровательная немецкая кровь. Вот он тут подходит. Ты говоришь, что это такое немецкое, знаете, красивое, типа. Холин зиан бискен танцун, что ты знаешь, что он приглашает ее на танец. А она, видите, не сможет ему прям делать. Отказать от этого, конечно, конечно. И вот они их... Второй выехал из Германии, почувствовал ветер приключений и зимой, как-то в январе, добрался до России, приехал в Санкт-Петербург и стал там, пришел во дворец и стал там пажом принца Антона. Запомните, не бомжом, а пажом. И он поселился во дворце петербургском, все было замечательно. Но когда воцарился этот младенец, жизнь стала невыносимой. Потому что такой царь просыпается в любое время дня и ночи. Что-то кричит, что-то плачет. А если царь проснулся, то охрана тоже должна вся проснуться и стоять. И вот там царь сидит, кашу ест. Что он, купил лошадь, женись, конечно. Он ее берет, там, защелкивает и прям кидает там всем по лицу. И так успевает все вытираться. Поэтому он обратился и говорит, обратился Мюнхгаузен принцем и говорит, я так больше не могу жить с этим ужасным королем. Отпустите царем, лучше отпустите меня на войну. Лучше я буду с турками воевать, чем с этим младенцем под одной крышей жить.
хорошо. Хорошо. Потом, если нам будут сняться кошмары, если там мы увидим... Так?